Это у нас принтер. Автобус. 2013 год. Людей возит. Вот такие переделки. Вот и самое интересное. Чек моргает. Прошивка стоковая. Коды неисправностей у нас отсутствуют. Продолжаем дальше. Ну вот, поэтапно сбросили все ошибочки. Ой, я же говорю ошибочки. Поэтапно сбросили все адаптации. Чек у нас перестал на заведенном моторе моргать. Ну и, соответственно, битбоксом заливаем нормальную прошивочку заказанную. По результатам снимем видео. Ну вот, прошили прошивочкой. Чек у нас не горит. Все у нас хорошо. По кодам неисправностей. Коды у нас отсутствуют. Ну вот. Человек ездил 2 с лишним года с моргающим чеком, и никто ему ничего сделать не мог. Сколько он в сервисы не обращался, ни в какую. Ну вот и все. Чек не моргает. Кодов неисправностей у нас нету. А вся проблемка была в том, что был не обучен дроссельный узел.